На всякий пожарный случай администрация района совместно с органами МЧС начала установку пожарных извещателей в домах многодетных семей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Губернатором Московской области Андреевичем Воробьевым и Алексеем Васильевичем Валовым была поставлена задача о том, чтобы предотвратить детскую гибель вообще в жилых помещениях. В соответствии с этим было принято решение о постановке малых извещателей. Специалисты доходчиво рассказали об устройстве датчика, продемонстрировали его работу и рассказали о применении и назначении, и безвозмездно вручили подарок для сохранения здоровья и спасения жизни. В Щелковском районе таких случаев не допущено, но никто не может быть застрахован, поэтому мы работаем на предупреждение. Выражаю благодарность нашему Щелковскому муниципальному району, нашим губернаторам за помощь всем многодетным семьям. Советую всем многодетным и всем матерям-одиночкам обратиться в Центр поддержки многодетных семей, потому что очень помогают, очень. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, семья Анны Губановой из 12 человек ютится в 53 квадратных метрах. За семью детьми на руках этой маме ухаживать непросто. И противопожарный датчик семье даже необходим. Об их проблеме известно администрации района, и она всячески оказывает всевозможное содействие и помощь. Не всегда удается присмотреть за всеми сразу детками. И вот тот пожарный извещатель, который мы сегодня установили, хоть как-то поможет, даст сигнал первым, даст сигнал тревоги. За первый этап организаторы планируют установить будильники спасения почти в 30 жилых помещениях. Второй этап запланирован на май. Так намечено оборудовать дома и квартиры многодетных семей, которые нуждаются в дополнительной поддержке администрации. Марина Позднякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».